Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как можно оформить свадьбу в каком-то цвете. На примере моего шоколадного или же кофейного цвета. Начинаем с приглашения. Покупаете картон в любом магазине и вот оформляете. Я выбрала такую вот шоколадную ленту, зернышко кофе и вот такая ткань. Просто распечатываете текст, который вам нравится. Также в магазинах продаются ножницы декоративные. И пишите приглашение. Вот оно готово. Не надо платить, переплачивать. Делайте все своими руками. Дальше насчет украшения зала. Если у вас есть возможность украсить его в тех цветах, которые вы выбрали, делайте это. Если такой возможности нету, делайте просто номерки для каждого стола, тоже в таком цвете, который вы выбрали. Вот. Также бантики для гостей. У нас есть такая традиция, что свидетельницы прицепляют всем гостям бантики. И также вот рассадочные места. Мы делали их вместе с бомбоньерками. То есть брали карточку именную, цепляли к бомбоньерке, а внутрь ложили конфетки, сладкий подарочек нашим гостям, чтобы у них было воспоминание о свадьбе. ЗАГС. В ЗАГСе вы выносите кольца на подушечки. И вот мы выбрали такую вот подушечку в нашей цветовой гамме. Спасибо, конечно, моей подруге Диане, что она мне сделала такой подарочек. И шампанское в ЗАГСе мы пили вот с таких вот бокалов. Украшала их вручную при помощи пистолета с силиконом. Покупаете отдельно цветочки, ленточки. И выбираете себе такую как бы композицию, потом все приклеиваете. Вот такая красота получается. Свечи делала аналогично. Вот почти такая же композиция, как на бокале. Немного гипюра. Сама свеча такая не очень обычная, с блестками. Вот тоже очень замечательно выглядит. Корзинку для конфет мы тоже обшили просто бежевым таким вот атласом, украсили гипюром и, конечно же, шоколадный бантик. Шкатулка для конвертов, то есть для подарков. У меня была обычная деревянная шкатулка, просто здесь вот обшили атласом, прицепили такой вот цветочек и все, она уже у нас нарядная, праздничная. И завершили все мы вот таким вот прекрасным альбомом, тоже тематическим. Видите, сверху кофе, обручальные кольца и вот такая коричневая кожа. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал и удачи вам!